На протестах в Беларуси задержали более 20 человек, правозащитники. В субботу, 26 сентября, во время акции протеста в Минске силовики задержали несколько десятков человек. Сейчас правозащитники установили личность 24 задержанных, среди них журналисты Белсата и Еврорадио. Об этом сообщает белорусская правозащитная организация «Весна». По информации правозащитников, сегодня силовики задерживали участников забега свободных на поддержку политических заключенных Максима Знака и Ильи Салия. Там были задержаны два участника забега, сейчас их имена уточняются. Предварительно их отвезли в СИЗО на Кристина. Также задержания проводились во время женского марша вблизи Комаровского рынка. Кроме протестующих, силовики задерживали и случайных прохожих. Кроме того, около 16 часов силовики на площади Якуба Колоса задержали по предварительным данным четырех уличных музыкантов кавер-группы Best Sound Band. Перед этим они исполняли песню «Перемен в переходе», когда мимо проходила колонна митингующих. Напомним, сегодня в столице Беларуси возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко. Вблизи Комаровского рынка после 14 часов начались задержания. Добавим, в воскресенье 27 сентября белорусская оппозиция планирует провести так называемую народную инаугурацию Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидером страны.